Всем привет! Вы на канале Анютка. И сегодня я открываю из яйца вот такие вот сюрпризики. Где мама их туда положила. И меня это очень сильно мучает. Что же там внутри? Ну что ж. О, какое у нас яйцо вот красивенькое. Так. Первое у нас вот это. Вот этот сюрприз. Интересно, что же нам там попадется? И как вы уже заметили, у меня новые обои. Так. О, здесь нам попался Ариэль и жилетки. Так, выбираем их в сторонку. Пока что. Так, что же у нас следующее? Ух ты! Здесь у меня пинг-понг. Я про нее слышала, и мне так хотелось ее. А мама прям вот угадала. Большое спасибо моей мамочке. Это какой-то, не знаю, чубик. Чубик. А ну давай посмотрим, что это у нас. Так. Это у нас карамель, которая стреляет во рту. Ух ты. Шоколадная. Потом будешь пробовать. Так. Сюрприз такой вредный, не хочет доставаться. Куда он у тебя денется? Давай, давай, тащи. Па. Здесь у нас принцессы. Ну, доставай. Посмотрим. Так, это фотоаппарат. А посмотри, что там нарисовано на нем. Я вам скажу сейчас. Анна и Олаф. Просто Анна. И ее друг, с которого Анна с ним познакомилась на балу королевском. А может, очки померяешь? Это моя любимая принцесса. Бэль. Нет. Я, в общем, забыла, как я зовут. Ой, какая ты модная, а? Тебе очень идет. Да. Летом будешь в новых очках. Так. Вот еще один сюрприз. Да, ну, давай. Ой, там какие-то... Открывай. Чудик с Кока-Колой. Так. Вот... Интересно, что же это за чудик такой? Интересно. Ух ты, здесь Кока-Кола. Угу, это конфетки. Да, давайте я вам сейчас их покажу. Так, вот. А это что за... У него какая-то здесь кнопочка. О, смотри, он когда нажимает на ручки. Там у него включалка какая-то. А ну-ка. И получается сердечко, Аня, смотри вперед. Красиво. Ой, очень красиво. Если, я думаю, что девочки, девушки, если подарить на 8 марта или девочки, это только нажать. Мужчина, если это делает, я думаю, что девочке очень понравится. Мама с тобой согласна. Так. И следующий сюрприз. Еще одна капсула. А ну-ка. Сколько же здесь всего? Много. Я прям в восторге. Давай, давай. Молодец. Здесь у нас жасмин. Так, что это такое? Это желейка в виде глаза. Скажи, Ань, какой неожиданный сюрприз, да? Да. Что еще не придумают в наши времена? Для наших деток, да? Да. Так тяжело открывается, но это не проблема. Моя мамуля нам всегда поможет. Так. Она у нас добрая. Что же это такое? Это аптечная игрушка.
Итак, вот такие вот сюрпризы нам попались в яйце Микки Мауса. Я думала, что их будет меньше, но их так много, мне кажется. Ну, вы пишите в комментарии, как вам на вкус, много или немного. Ну, я думаю, всем понравился вот этот вот чудик, особенно девочкам или, может быть, женщинам или тетям. Понравился вот этот чудик. Если подарить это на 8 марта, то это будет очень прекрасный подарок. Всем пока-пока. Вы были на канале Анютка. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И пальцы вверх. Я вас целую вот с такими вот игрушками. И с принцессами, и с пинг-понг, и с вот этим чудиком. И с больничной мишкой, конечно же. Пока-пока.